Вот мы во внутреннем храме. Высота девятиэтажного дома. Иконостас. Все елочками украшено. Этим иконам несколько веков немцы перед отходом не успели взорвать просто. Троицкий собор, и он сохранился. Единственная сейчас вот проблема, что провели отопление, и икона начала ломаться. Вот здесь видно икона, буквально сломанная пополам. Не рассчитаны они на какое-то отопление современное. И вот эти изразцы тоже потрескались сильно. Вот такой храм.